Итак, пацаны, короче, отработал я свою первую ночь, точнее, ночную смену, ну, как вы могли видеть, вот, на лесопилке, на пилораме. У меня болят глаза, я хочу спать, я всю ночь не спал, реально даже не присели, пару раз только попили чай. Вот, сейчас иду домой. Не сказать, что устал, я бы сейчас и дальше пахал, реально. Но я просто вечером уже буду подыхать, если я сейчас не посплю, не отдохну. Поэтому сейчас вот топаю домой, пацаны. Устал, глаза болят. Возможно, уже красные, хочу есть. В общем, как-то так, время уже почти 10:30 утра. В общем, ребят, все, давайте. До следующего включения. Всем пока. До новых встреч.